У нас тоже нет в Инстаграме, потому что у нас нет спецчеловека, у нас бывают спецживотные на проекте, как это говорить. Мы кошек бездомных пристраиваем в хорошие руки. Цвет. Это кто у нас? Юта. Юта? Да. Это не в честь певицы Юты, нет? А в честь чего Юты назвали? Вот есть такой штат Юта, есть певица Юта, а у нас есть кошка Юта, мы найдем очень ей красивый цвет. Красивое, да, просто красивое, прекрасное животное. У вас как, кстати, домашние животные есть? Есть. Кто, собака? Кошка. Кошка? Да. А, так рассказывайте. Кот, Стинг, Стиша, сокращенно. Стинг, да? Это, ну, это в честь Стинга хотя бы, это нет? Да, ага. Да, потому что мы на ВДНХ покупали котенка, ага. И когда его несли, все, как назвать, нам сказали, нужно на букву «С» назвать. Угу. И на весь ВДНХ, на все, на весь... Выставка. На всю ВДНХ, да. Звучал Стинг. Угу. И вот так пришло это имя. А не помните, что именно Стинг звучало? Ой, медленные композиции, душераздирающие медленные композиции. А что вы любите вообще, кстати, из музыки? А я все люблю. Ну как? Как это? Да. Как это политкорректно? А потому что... Понятно, что я изначально люблю тишину. Непонятно. Но потом... Непонятно? Непонятно. А почему изначально тишину? Непонятно. Прошу развить этот тезис. А может быть... Почему я так уделила этому внимание? Может быть, каждый в своей тишине, в общем-то, должен пребывать, угу. Чтобы какие-то... Какое-то было не одиночество, а уединение. Угу. Чтобы что-то понять, поговорить с собой, чтобы создать. Может быть, потому что я автор-исполнитель сама изначально. С другой стороны, музыка, мне нравится, когда музыка вливается не конкретно, я что-то поставила вот так вот, что-то на что-то нажала, а она откуда-то. Ну да, идете как... по ВДНХ, да, и там что-то, да. Да. Как ветерок. Радио, допустим, звучит постоянно. Какое? И мне разнообразные тоже. И звучит, когда... Мне вот хочется, чтобы мне таким вот волшебным образом все приходило, вот, как настроение. Многим артистам подпеваю, распеваюсь прямо вместе с нашими артистами. Иностранные, у меня просто у мужа очень огромная коллекция, и он знает вплоть. Вот спросишь его, кто, когда, в каком году, сколько альбомов, вот это он владеет полностью всей информацией. Может быть, все-таки равновесие в семье какое-то должно быть. И раз он владеет этим, я даже не знаю, я только спрашиваю, кто это? Откуда это? Вот так вот. Во мне это попадает вот таким ветерком, настроением. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».